Для приготовления кекса с черной смородиной нам понадобится 3 яйца, 2 чайных ложки разрыхлителя, 1 чайная ложка соли, 1,5 стакана сахара, 1 чайная ложка соды, 1 чайная ложка уксуса для гашения соды, пол стакана растительного масла, 200 грамм сметаны, мука 2 стакана, замороженные ягоды черной смородины 1,5 стакана, яйца, соль, разрыхлитель, сода, гашеная уксусом, сахар, уксус для гашения соды, растительное масло. Перемешиваем. Можно перемешать миксером. Добавляем сметану. И опять все перемешиваем. Добавляем просеянную через сито муку. Перемешиваем. Добавляем замороженные ягоды черной смородины, присыпанные мукой. Все тщательно перемешиваем ложкой. После тщательного перемешивания добавляем тесто в форму и выпекаем в духовке на 180 градусов 1 час. Готовность кекса проверяем ножом. Если при протыкании кекса нож остается чистым, значит кекс готов. Остужаем кекс в форме, затем достаем его из формы и выкладываем на большую тарелку. Нарезаем порционными кусками. Приятного аппетита!